Итак, импровизация Дмитрия Колдуна. Прошу. Слава богу, вы пришли, Дмитрий Александрович. Скажите, зачем вы назначили встречу и опоздали? А, это ты? Я не опаздывал, простите. Встреча о том, какая встреча идет? Сейчас. Простите, пожалуйста. Простите. Мне хочется поинтересоваться причиной, почему вы нас здесь все собрали. Значит, это мэр наш. Мэр. Простите, можно я не вижу? Мы же договаривались, что бабло будет к часу. Что, простите? Где мои деньги? Какие деньги? Которые вы мне должны. Успокойтесь, господин мэр. Господин мэр, успокойтесь. Дмитрий Александрович сейчас нам все расскажет. Он что происходит? Готов предоставить нам новый план развития нашего города. Так, иди посиди. Хорошо. Дмитрий Иванович, расскажите про новый план развития города. Город. Город. Спокойно, что вы хотите делать? Здесь растет грибок. Грибок? Ну, ядерный грибок. Вот и вся схема. Простите, если... Так вот я спрашиваю, где мои деньги? Какие деньги? Я деньги за грибок. Я не оплачиваю ядерные взрывы. Что происходит? Я не понимаю. Ложитесь на стол, я вам сейчас рассказываю. Да? Не волнуйтесь. Видите ли, Дмитрий Александрович предложил новую концепцию. Поделить город не на районы, а на отсеки. Вы меня неправильно поняли. Я хотел мэра поделить на отсеки. На отсеки. Что такое происходит? Ну, я требую защиты. Будьте осторожны, этот человек вооружен. Да. Какие отсеки? Нет, вы понимаете, расскажите, пожалуйста, про отсек Северо-Рыбный. Я сколько раз говорил, чтобы лысых не было у меня на совещании. Простите, последний раз. Человек в плавательной шапочке! Расскажите, пожалуйста. Я вам сейчас расскажу. Вот, расскажите нам про район Северно-Рыбный. Северно-рыбье. Северно-рыбный. Простите, не волнуйтесь, мы. Товарищ архитектор, пусть положит грибок на место. Давайте. Мне это что-то напоминает, кстати. Гитара моя. Я на ней... Это моя гитара. Простите. Я вам сейчас буду петь. Давайте сначала с северорыбным отсеком, пожалуйста. Северорыбный отсек отличается тем, что на севере, как вы знаете, у рыбы больше отсеков, чем на юге. И поэтому на севере я решил построить некоторое подобие резервуара, в котором вы будете, мэр, жить. А расскажите, пожалуйста, про отсек вот со странной аббревиатурой ХАМ. Что это означает? Это «хочу Африку». Можно? Мэр! Простите меня, пожалуйста, я вот ознакомился с письменным содержанием вашего проекта. Вы предлагаете переименовать все улицы в городе. Что да. это такое? Имени меня все улицы будут в этом городе. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, если вас зовут Дмитрий Александрович Хреновых, и тут написано, вы предлагаете, чтобы все улицы в городе были хреновыми? Я просто на всех улицах хочу посадить хрен. Мои тёлочки жалуются, что хрена мало. Все очень просто. Простите, перейдем к детальному рассмотрению проекта. Это расчлененка. Что? Какая расчлененка? Вот. Поставьте. Сейчас я выберу нового мэра и, как полагается, на флоте разобью ему об голову бутылочку. Шампанское. Нет, вы знаете... Простите, что это такое? Это настоящий проект, да, это макет нашего города. И вот в виде этого будет выполнено здание отдела по борьбе с коррупцией. Вот. А как будет выглядеть здание главного суда? Расскажите. Здание главного суда? Да. Будет выглядеть как чаша весов, которая никуда не движется. Не сюда, не туда. Не туда, и там буду сидеть я. Дмитрий, ну вы прям... В какой половине чаши? В одной чаше. В одной буду сидеть я, а в другой вы. Дмитрий Александрович, вы прям колдун. Знаете, давайте о гербе поговорим. Какой будет герб у нашего города? Герб будет следующий. Итак. Вот уже хорошо.
Знаете, объясните, пожалуйста, символизм столь загадочного конструктивизма. Но, как вы видите, это пуп. Пуп? Чей? Это значит я, а это вы все. Мне плохо. Не волнуйтесь. Сейчас... Мне нужен герб. Подождите. И гимн города. Сейчас и гимн. Давайте. Я начну петь. А чувачок, вот... может, пойдем куда-нибудь сходим? Ой, чувачок, я мэр города. У меня скоро заседание. У меня нечем его начать. Мне нужен герб. Этим. Чем? Не волнуйтесь. Дмитрий Александрович. Давайте... О, Господи! Давайте, Дмитрий Александрович, мы сейчас с вами... Я начну, а вы продолжите гимн нашего города. И тогда, собственно, полегчает нашему замечательному мэру. Давайте. Давайте. Вот слова, значит. Ой. Наш город над рекою века ему стоять. И каждый гость, приехав, с восторгом кликнет. Even if the thunder would storm begin. I can stand this wall like a break. Вот, мне это больше нравится. Интересно? Давайте. А как там дальше? Давайте еще раз. Знаете что? Что? Держите. Знаете что? Давайте этот город весь разрушим и поедем жить в деревню. Поехали! Наш город над рекой, века его стоять.